Россия! Для русских! Гордость вещей! И вот так закончим каждый католик на нашем земле. С позволения сказать, мне язык не поворачивает назвать его храмом, потому что в храме люди общаются с Богом, а здесь притон какой-то будет, по-моему. Хотя сделать шпиль самым высоким зданием в городе. То есть представьте, их шпиль будет выше нашего Троицкого собора.